Вот такое решение. Третья часть, 31 августа. Приготовились к потопу. Опять вода прибывает. Только 18 дней разруливали. Вот так двуспальная кровать. Вот так двуспальная кровать. Все поднято. Вот. Ну а здесь получается холодильник. Я придумал привязать дверью. Пенопласт проложу, потому что они плавают как поплывок. Из трех холодильников остался один. Вода была по подоконник. Здесь на 1,45 м я поднял. Вот так. Здесь по подоконник было 80 сантиметров в тот раз. Здесь вот так сейчас все поднял. Короче, стол на стол, лавки на диван лавки. Все там, доски четверка, потом фанера 12-й. 12 миллиметров, и вот так. Это вот моя раскладушка. Но здесь осталось мелочи жизни. Сейчас покушаю. Котики, давайте кушать. Друзья, ну вот ночь работы с сорванной спиной. Вот, сейчас покушаю. Светик меня, спасибо, сестренка Светлана Владимировна, это передала. Вот вермишельки, колбаска, помидорок личных, чаек, кофеек. Сейчас, смотрите, я ставку делаю. Почему хорошее настроение? Чем хуже, тем лучше, да, Бифри, может быть, люди услышат, касса взаимопомощи Бифри, краудфандинг, 135 закон разрешает делать пожертвования и получать пожертвования, можно зарегистрироваться как консультационная информационная деятельность, ну, когда большие вознаграждения пойдут, но здесь и $150, и $300, и 900, и 2700, и 800, и 30 тысяч долларов, да, смотрите, там с какой, ну, с полторашной минутой, да, третья часть. Теперь смотрите, Ламбре. Ламбре группа. Ламбре Group International. 20 лет я в этой теме. В лучшие времена была сеть 980 человек в 11 уровнях. В первом уровне 150 человек. Все, летал в Москву, был руководителем склада, прошел путь от консультанта, продавца. Все, логистику налаживал там в регионах. От находки до Минска, партнеры. Из 150 человек в первом уровне 12 мощных веток было. Ну, 100 тысяч рублей в месяц. Я понимал, что такое. Но это и расходы с этих денег. Вот, Ламбре. Ламбре. Вот так пишется. Е на конце. .ру. Извиняюсь. Ну, вот так. Смотрите, а здоровье нам вернуло. Была онкология в семье. БАДы для компетентного иммунитета. Full Life Research, исследование жизни. Загуглите. Трансферфактор в спорте, трансферфактор при омоложении, при инсультах, при инфарктах, в педиатрии, в стоматологии. Короче, трансферфактор делает иммунную систему компетентной. Компетентная иммунная система является панацеей. Она находит вирусы, бактерии, грибы, онкологические клетки, уничтожает, и мы здоровеем. Любое отклонение по здоровью. Очень хорошо врачам работать. Плюс их специализация при каждом заболевании. Это вот я придумал 24 листа маркетинг-плана. В книжке написано Full Life Research. Я переложил в такую матрицу. Вот такая тренар. Со всеми нюансами в правом верхнем углу. Это 9 видов заработка. И еще вознаграждение 2 раза в год лидерам, кто выполнил квалификацию в самые экзотические места. Все, друзья. Почему уверен? Потому что есть работа, и покос есть, и шишкуем, и березовый сок собираем, и креветку мизида ловим. Смотрите YouTube-канал, там все работы есть. Но все это было сделано, YouTube-канал, под благодарность продуктов для здоровья Full Life Research. Я поклялся, что если нам это поможет, я буду об этом наговорить на каждом углу, что я и делаю. Ну а сейчас я еще и бифри качаю. Вот, деньги на каждый день, деньги на мечту моего наставника. Вот Бифри за 2,5 года 10 миллионов заработал, начиная с $30. Но я зашел тремя местами по $155. Себе $155 место купил 22 февраля, как защитник Отечества. Думаю, буду помогать людям богатеть. И на 8 марта, 7 марта дочечке и жене подарил места. Все, кормим котиков, кушаем сами. И продолжаем работать. Котики, кс-кс-кс, пошли. Котики вообще огонь. Родные, 4 месяца со мной. Вот со слепых котенков. Просто Муся после первого потопа их что-то увела, короче.
на гостиницу или куда потом объявились они на гостинице «Маяк», вот там я за сутки реабилитация тут вот приучал их к горшку. Они 10 часов отсыпались, наголодовались на вольных хлебах. Вот где еще красавчик серенький? Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Это котики, это братаны все. А одну друзья забрал, Сергей Викторович со Снежаной Геннадьевной, кошечку. Потом одна кошечка, наверное, в Екатеринбург уехала. И еще белый кот с голубыми глазами, Лариса, вот с «Маяка» забрала. Зимой я кочегарю. Вон гостиница «Маяк», видите, из кирпича, из красного. Прикольно, здесь я живу, а там я работаю, да? Прикольно? Вот, три сезона подряд, потому что там экспансия. Перекупы, перегонные автомобили останавливаются. Красавчик, это Вовина, Вовин обед. Пошли, вот тебе. Давай, мой хороший. Пошли, пошли. Кс-кс-кс-кс. На, вот твой, вот твой. Это Вовин, пошли. Пошли, кс-кс-кс-кс. Ну, пошли, красавчик. Пошли, пошли. Ты с Вовой хочешь? Блин, ты любимчик мой, но, ё-моё, пойдём к братанам. Пошли, пошли, кс-кс-кс-кс-кс. Пошли, вот тебе ещё. Пошли, все у вас, водичка, сухой корм, иди сюда. Кс-кс-кс-кс. Ой, спину сорвал. Ну ничего, мотивация. Вот чуть-чуть осталось. Сейчас самое главное, чтобы не вырубило. Ну, красавчик, не наглей. Ну все, огонь, костюм готов. Сядем, покушаем. Ну все, 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 давай. Вове оставь. Пойдем, я тебе. Да, мой такой хороший, я вас люблю, вы такие родные мои. Давай, Вова, чуть-чуть уже язык заплетается, давай. Вот, кушайте, все. Все, молодцы. В хорошие руки котят отдам. С ненавязчивым отслеживанием дальнейшей их судьбы. Ну все, вот Владимир Владимирович Стороженко. Вот, холодильник, значит, смотрите, как поплывок всплывает. Надо его привязывать, короче, он вот так идет. И пипец. Вот, вот этот холодильник один из трех работает. Ну все. Время 6.15, 6.45. Отчитался, да? Ну все, сейчас упакуюсь и прилягу. Вздремну, наверное. Расслаблюсь. Все, так, это видео отключилось, давайте с самого начала покажу. Вот, получается, эвакуация какая. Военные столы, двухспальная кровать. На двухспальной кровати доска четверка, потом лист фанеры 2,44 на 122, 12 миллиметров. Целлофан и в мешки все упаковано. Наверху триммеры, турбинка. Вот. Поднят целлофан вот так, может быть, еще там 5 сантиметров спасти, да, может быть, получится, да, вот так, ну, потом упакую, и вот мощным тросом, вот так увязано все, вот так все увязано, как пароход, как сток сена. Вон, видите, с большой палец толщины. Вот такой фал мощный. Все. Спокоен. А мы уже сушили эту комнату. Уже все. Тут пушка, вентилятор работал. 12,5 кубических метров за час пропускал. Вентилятор такой метр на метр, короче. Спасибо Олегу Валерьевичу, подогнал. Вот. Надо погребы, короче, закрутить шурупами, чтобы потом, ну, не провалиться, короче. Вот, вот такие дела. Смотрите, решение с бытовкой какое. Просто первые два видео что-то это выключилась эта камера. Память уже полненькая. Смотрите, справа и слева были стеллажи с зятем Валерием. Помогал, вот делал вообще талантливо. И здесь все распасовали. Я с первых двух полок нижних убрал все, потому что в тот раз 80 сантиметров было. Ну, здесь уже 1,10 м больше. Все. Если дано, значит спасем.
Тут и детские вещи, тут, короче, и хрусталь, тут и все, и видеокассеты, и там все, и видеомагнитофоны. Все, три подсигара, три видеокамеры, три видеомагнитофона. Вот такие дела. Хорошо поработал, тут еще подкорректирую. Вот так. Вот такое решение. Здесь у котиков тоже все уберу, все привяжу. Этот холодильник тоже надо будет привязать. Может быть, его еще отремонтируем. Все, у котиков здесь двухспальная кровать наверху. Вообще тут классно. Ну и соседские котики гасятся. Все, запас воды. Вот это надо убрать, чтобы ничего не уплыло. У котиков он павильон. Вот здесь они с рождения. Николай Тимофеевич помог сварить. Это я вчера сушил дрова, потому что надо печку топить. Вот, это бензин, это березовый сок, это вода. Уплыло это все на огород. 30-литровые канистры с березовым соком, с водой уплыли на огород. Это вот бочку, это собачью конуру разобрал, собрал, просушил. Вот это надо все потом будет бревна, когда вода прибудет, если прибудет. Надо их это подогнать вот сюда к дровам и утопить, короче. И сверху вон там у меня есть решетки, все подпереть. А там душ, туалет подпер, чтобы ничего не уплыло. И вот эти дрова, чтобы не уплыли, обещают воды много. Все, велосипеды поднял, привязал. Вот так место готовил под дрова. Ну, видите, поднамокли. Ну, ничего, соберу. Вот, зато одежда, все, приоритеты. Это... Сарай чистый, уголь выкинули, слизь. Вот, ну пойдемте покажу воды сколько, а то это видео оборвалось. Вот уголек, не успел я. Это остатки угля с ящика. Вон сарай почищено. Вот вода, короче, между 9-м, между 7-м и 11-м домом. Вот так вода прибывает. Ну, за ночь, короче, прибыло. Вот это за ночь прибыло. А вчера уже, ну, резко прибывала вода. МЧС дежурит, там все, лодка, пожарная машина. Все как положено. Ну, мы уже потренировались, нам уже по накату. Самое главное, после первого потопа весь хлам выкинули, что радует. Избавились от всего хлама. Вот это сейчас, что фасовал, это уже все центры, все хорошее. Поэтому вот жалко было, если бы пропало. Вот так. Вот так. Это перекресток весь Салазо. Ну все, пошел я позавтракаю. Самое главное, чтобы не вырубило. Доделать все. На улице все, дрова попривязать. Кувалды, ломы. Чтобы брус не уплыл, там брус 10 на 10. Вот сильные становятся еще сильнее. Второй приход наводнения в Уссурийске. Все победили. Вот так, Вейса 9. Ну, приглашаю к сотрудничеству. Я там вам обзор сделал, да? Парфюмерия просто чисто для себя экономить. Сеть потребителей строить. Продавцы-то уже сейчас по офисам не ходят. А раньше мы были вообще огонь, по офисам ходили. Ходил в силовые структуры, во все банки, во все, во все, во все, во все. Везде был вхож. 4life.dv.ru, 4life.com сайты. For Life Research, исследования для жизни. Это спасает жизнь. Просто это просто мы выигрыши, что мы живем. Вот, было все грустно, не мог поднять ведро воды, не мог присесть на корточки. Вот так это все привяжу. Кстати, смотрите, в тот раз Александр Сергеевич Пушкин, аж черный была плесень, да? А божественная литература, вот Конституция, ничего, как бы нормально, представляете? Или бумага такая, или действительно божественная. Письма старца Паисия Святогорец. Молитва слов вот сушу, да? Вот, вот такие вещи. Пойдем повыше их положим.
Вот такие дела. Почему-то не плесневеет божественная литература. Александр Сергеевич Пушкин почему-то гуси-лебеди. Вот, мне нравится, как вот упаковал вот это вообще классно. Холодильник, вот пенопласт проложу и вот этими привяжу. Думаю, что не уплывет. Ну, всю эту микроволновку уберу. Здесь чуть-чуть осталось. Вот, котики, ну что, кушаете, да? Все, и Вова тоже будет кушать. Ну все, как-то так, приглашаю к сотрудничеству. Сильные становятся еще сильнее. Значит, касса взаимопомощи Бифри, деньги на каждый день, деньги на мечту. For Life Research, исследования для жизни, БАДы для компетентного иммунитета. И lambret.ru. Парфюмерия, косметика с Франции. И там покос травы. С моря что-то ловим, с речки что-то ловим. С леса, с тайги собираем, огородничеством занимаемся. Все, помогай Бог. 6.55, 31 августа 2023 год. Помогай Бог. Звоните. Плюс 7-924-123-24-44 с WhatsApp с Телеграмом. Плюс 7-914-974-45-45 только голосом. Все, YouTube канал Владимир Стороженко. Более 2000 видео про труд и дополнительные возможности. Приглашаю в команду.